Алтай называют русским Тибетом и вслед за Николаем Рерихом считают местом силы. Может, это и справедливо, ведь это здесь замешивалось тесто нашей цивилизации. Это здесь зародились и распространились по свету многие народы, оставившие после себя пещеры с таинственными знаками и загадочные сооружения, о предназначении которых гадают ученые. Вот взять хотя бы плато Укок, где нашли, покрытое татуировками и закованное в ледяной саван, тело девушки. Ее называют белой принцессой Укока, белой госпожой, и шаманы считают ее стражницей подземного мира. А для меня лично Алтай – рай для спортивного сплава. Нет больше в мире места с такой концентрацией рек высших категорий сложности. И среди них королева, верховье Аргута, Карагемский прорыв. 5 километров безумной воды, покорить которой удалось лишь однажды группе сибирских водников. Если вы решите попробовать счастье на алтайских реках, помните, техника безопасности превыше всего.